Вчера произошло то, что я бы никогда в жизни себе не мог представить. Вы знаете, что... Ну, кто меня смотрит часто, вы знаете, что мой любимый сериал — это Breaking Bad. Во все тяжкие. Даже те, кто его не смотрел, по-любому видели когда-нибудь Хайзенберга, Уолтера Уайта, Джесси Пинкмана. Это мой любимый сериал. Я его пересматривал 5 раз. Я его знаю наизусть, этот сериал. У меня есть... Была татуировка всегда, с этим, связанная с этим сериалом. Вот это. Мишка. Это Мишка из сериала. Во все тяжкие. Он там розового цвета. И в моменте, типа, я понимаю, что я хочу набить что-то еще. Я хочу набить что-то в реализме. Набью я... не знаю, Уолтера Уайта не хочу. Хочется Джесси Пинкмана. Не знаю, он мне очень сильно импонирует. Хочу набить Джесси Пинкмана. Вчера набиваю картинку. Тату-мастер выкладывает к себе эту картинку в сторис и в пост в инсте. Отмечает меня и Джесси Пинкмана. И ей отвечает в директ Джесси Пинкман. Аарон Пол. И говорит: одна из лучших, что я видел. И выложил к себе в сторис. Джесси Пинкман выложил себе в сторис мою татуировку с рукой. Вчера выкладываю это в ТГ и вижу в комментах, что никто не понимает. Пишут, что, кто это. Джесси Пинкман, у него в сторисе моя рука вот так вот. Ну как себе это можно представить? Я в этот момент сидел с поцом и с платиной в кальянной, и я просто начал кричать. Я встаю вот так вот и говорю: посмотрите! И начинаю орать на всю кальянную. Ну, наверное, меня поймут только те, кто фанатеет от этого сериала. Я просто, у меня даже в мыслях не было, что такое возможно. Единственное, что я хотел, я мечтал оказаться на концерте Пост Малона где-нибудь в первых рядах, и мало ли, чтобы он где-то прошел, либо каким-то образом пересечься с Пост Малоном, и первое, что я бы ему сделал, я бы сказал, типа: Пост, look at this! И он такой: вау, типа, cool! Понял? Я очень хотел, чтобы Пост Малон заметил вот эту татуировку каким-то образом. Но это было тогда, когда мне было 20 лет, 3 года назад. Я как будто мечтал об этом. А вот про это я вообще даже не думал. Тут это так приятно. Это вот, немножко заспойлерю, это вот грустная сцена, где... А ладно, спойлерить не буду. Кто не смотрел сериал, посмотрите обязательно. Это очень грустная сцена. Тут ему очень хуй после того, как с ним кое-что случилось. Но я когда... Я с этого мастера. Ангелина ее зовут. Таких единиц в мире, кто так может делать. В России ей аналогов нет. Нет мастера, который сделает то же самое. Если смотреть на фотку, которую она выложила, типа, и на оригинальную картинку, она чертовски красиво делает. И я ей даже пишу, что я не хочу в сторис себе выкладывать, потому что я не хочу, чтобы тебя и так, ну, типа, у нее запись на 2 месяца вперед, и я просто, ну, типа, если хочешь сделать татуировку, записываешься на 2 месяца вперед. У меня была запись. Я сразу записался на 3 сеанса с Колей. С Колей. И еще 2 сеанса. Я даже не знал, что я хочу бить. Я просто записался. И вот сходил вчера, получается. Бустер разбанили. Да ну нахуй. Да ну нахуй! Не фоловьтесь, ребят. Кто сейчас бустер разбанили, 200 фолловеров, не фоловьтесь. Вас автоматически накрутит. Иначе у вас спадет стрик подписки. Не фоловьтесь, вас накрутит обратно к нему. Это Колю могут разбанить! Сука, Колю могут разбанить! Да ну нахуй! Погоди, надо писать срочно. Пацаны бустера разбанили на Твиче, и Колю тоже, по всей видимости, могут, если у них одна и та же... У них же одна и та же причина бана была, да? Ааа, сука. Какие хорошие новости. Подогрей интерес к просмотру спортивных и киберспортивных событий на 1X. Регистрация в один клик, удобное мобильное приложение и широкая линия. А по моему промокоду ты получишь $520 на первый депозит. Ссылка и промокод в закрепе. А в описании будет инструкция для тех, кто хочет гарантированно забрать 1000 рублей. Обузь акции и зарабатывай вместе с нами. Найс. Да я думаю, бустер знает. Да знает он, ему сразу же сообщили, вы чего угораете. Ему там Паша Рикиди, мне кажется, в первую секунду уже как разбана. Да не буду, мне кажется, ему сейчас названивают, не буду звонить. А, ну ладно, позвоню. Быстро переобулся. Да ему, я думаю, ему уже позвонили все. Алло, бутерброд! Блять, я плачу нахуй! Меня позвонили! Поздравляю, Слава Утыч! Блять, пизда! Я сейчас разъебусь на МКАДе! Не надо! Сука! Я только вчера думал, охуенная идея для ролика с поста на машине вылететь! Поздравляю, брат, с разбаном! Ты у тебя там 200 фолловеров, родной. Заново придется собирать. Мне похуй, я заново наберу. Ебать. Че, отмечаем? Да, сука. Все, тогда в стрепуху ночью ебашим. Да.
Давай, Славутыч, поздравляю тебя еще раз, давай. Опа, хайпик. Там сейчас за сутки ему всех обратно накрутят, не переживайте, это всегда такая система после размана, это дефолт. Зацени дис на плохого парня. Не буду. Может, сильно вяжет, я мочу. Нет. Нет, никакого диса. Ну подожди, Коля, они писали все одинаковые апелляции. Константина должны разбанить. Николаевич, бустера разбанили на Твиче. Я знаю, только что... Так тебя тоже разбанят сейчас? Нет. Как это? Мне никто ничего не сделал. Как это? Ну, есть еще я на стриме, бро. Молодец. Колян, напиши, плиз. В смысле, разбанят. Я знаю, что они опилки писали, и Костя тоже. Ну как такое может быть? Одна и та же причина бана. Что-то мне грустно стало, как Костя ответил. Ладно, надежды терять не будем, потому что разбанят. Ура, теперь Слава не будет воровать у Exile видосы, а будет стримить на Твиче, как и раньше. Найс! Очень грустно. Не, я не грустный, я очень хочу, чтобы Коля разбанили. Потому что эта система, когда мы не можем вместе постримить, а нам нужно с Твича идти куда-то. Полковник на свободе, все, хай. Бустер разбанили, знаем, ребят, мы уже звонили ему только что. Он рад. Едет где-то там на машине, кайфует. Салют, бро. Переезжаю в МСК в ближайший месяц. Есть районы, которые можешь посоветовать. Зависит от твоего бюджета, родной. Все зависит от бюджета. Если хочешь нормальный район, то минимальная квартира в нормальном районе будет стоить 60-70 тысяч. У тебя есть блейзеры в коллабе Ready Made. Да, расскажи есть. Про свой опыт носки. Чё-то они мне запали в голову. Нормальные такие обычные боты. Привет, у меня сегодня день рождения. Ни хуйня и не супер удобный. Пожалуйста... Но она говорит, что он очень страшный. И после этого мы пойдем с вами смотреть... Скорее всего, а может быть не пойдем. Что есть? Клип, на котором есть злой Авилон. Это норм? Ничего не будет? Ничего не будет, так это же в прошлом, типа, то, что старые клипы можно... Это было бы странно, условно, посмотри, мы стримим с Костей, Костя банит, и нас банят за то, что у нас... Он у нас в стримах был, это хуйня какая-то. Я худел на 1 калорий неделю. Теперь меня тошнит от еды, и я просто вообще хавать не хочу. Худение пошло. Но я через силу устал пихать в себя еду. Чё делать? Я не умру. Брат младший, спасибо тебе огромное. Это все со врачом надо... общаться с врачом. С каким-нибудь диетологом, я хуй знает, типа, я тебе тут, у меня нету медицинского образования, я в душе не ебу, как это работает. Я сам еблан, который голоданием похудел, в итоге у меня желчный пузырь набился камнями, и мне вырезали, нахуй, желчный пузырь, я несколько лет страдал, не мог нормально кушать. Так и бутерброды, я знаю, что его разбанили, ребят, мы знаем. Мы знаем, что сейчас еще весь стрим это будут писать. Какой же завтра дрипчик будет у Славы? Чекайте этот соус. Какой же завтра дрипчик будет у Славы? Чекайте этот соус, свак. Гаранжоп, что ты только что высрал в донат мне? Когда у вас стрим, то нельзя фотографироваться. А когда к вам подходят и параллельно снимают видео сами, то так можно. Нет! Анастасия, нельзя. Ну реально, это неприятно. Ну чел снимает, подбегает, ну ему как сказать, выключай камеру. Мы что, уже охранники в авиапарке? А, девочки, посмотрите, мне вот такой ремень приехал. Мне вот такой ремень приехал за... Сколько он стоит? Ну, я просто хочу сказать. Зачем платить больше? Ремень заправки. Ремень заправки. Алекс Тайп. 1000 рублей. Ремень Алекс 20 тысяч рублей. А в чем смысл? Только будут покупать эту хуйню за 20 тысяч рублей. Последний, редкостный. Ты же купил. Мне подарили. Дед Мороз. Мне подарили. А вот это что? Эвилона разбанили. Что? Что? Топ! Это крутизна. Муромский. What the hell? Не похож на этого мужика, блин. Извини, но все равно тут. Ну короче, в моменте, когда я понимаю, что What's up? Круто было бы, если в ваших силах, конечно. Да, мы планируем тур по городам, ждите нас. Во всех городах мы будем. Пора? Не стоит. Блять, не стоит. Май пацан вместо Лина. Я знаю. Еще до вашего знакомства с Сашей. Костю разбанили. Вы хуесосы, если вы мне пиздите, я, блять, выключу стрим. Желаю тебе всего самого лучшего. А Кости разбан. Выключаю. Куда-нибудь поехать отдыхать?